профессионализм, творчество, инновации. В библиотеке имени Маяковского подведены итоги профессионального конкурса «Библиотечные проекты читателю». В библиотеке имени Маяковского подвели итоги профессионального конкурса инновационных идей «Библиотечные проекты читателю». Он стартовал в феврале. В конкурсе приняли участие 14 специалистов Центральной городской библиотеки. Конкурсанты представили вниманию члена жюри 11 работ по трем номинациям. Мы своей задачей ставили основное – это обновить нашу творческую просветительскую деятельность, предложить нашим горожанам какие-то новые формы обслуживания и, конечно же, дать возможность нашим библиотечным специалистам проявить себя, вот, предложить что-то новое, интересное. Проекты, представленные на конкурс, затрагивают такие области человеческого познания, как экологию, психологию, искусство, воспитание, образование. Целевая аудитория инновационных наработок обширна. Это и те горожане, кто уже закончил активную трудовую деятельность, и самые маленькие жители города, те, кто только начинает знакомство с книгой. Все проекты, они уже реализуются, они уже нашли своего потребителя. За каждым проектом стоит огромная, колоссальная работа. Но еще большая работа предстоит в дальнейшем. Это освоение новых тем, это работа с партнерами и со спонсорами. Работа с партнерами уже ведется. Так, например, в третьей номинации профессионального конкурса «Библиотека. Информационный и социально-культурный центр местного сообщества» Екатерина Скворцова вот уже пятый год реализует проект совместно с департаментом дошкольного образования. Канал 16 об этом уже рассказывал. Проект «Растим читателя вместе. Партнерство во имя добра и просвещения» занял на конкурсе второе призовое место. Этот проект помогает не только привить детям любовь к чтению, но и расширяет их общий кругозор. Вот. Потом, опять же, сближает родителей и детей. Вот. Ну, в планах на будущее мы планируем не только вот эту работу по семейному чтению. У нас, в принципе, ведется тоже работа для того, чтобы сориентировать педагогов, сориентировать родителей в многообразии детской литературы. Современная библиотека – это не только книгохранилище, где можно взять на время книгу. Все ярче и заметнее в повседневной жизни библиотеки, в работе с читателем используются современные мультимедиа-технологии. Они позволяют понять книгу лучше, глубже, полнее. Информация, тексты, произведения становятся более образными, более доступными, более интересными. Инновационные проекты библиотекари Маяковки дают возможность решить главную задачу дня – повысить качество предлагаемых услуг.